Сегодня мы узнаем, как по-французски сказать местоимение. Я, ты, он, она, они, мы и так далее. Давайте начнем с «я». Жюстин, как сказать «я»? Je. Ну, как Алис, как сказать «я»? Je. Все. Вот. А теперь на примере попробуем. Как сказать... Как сказать, например, я красивая? Je suis belle. Je suis belle. Алиса, скажи, je suis belle. Je suis belle. Хорошо. Как сказать по-французски она? Elle. Elle. Она по-французски elle. Она красивая. Elle est belle. Алис, где миньон? Ну-ка, найди. Вот он. Как сказать он? Иль. Миньон, мальчик у нас Иль. А папа свин? Это? Папа свин, это Эль или Иль? Иль, молодец. Хорошо, как сказать по-французски мы? Если это ты и Алис, то это будет как? Ну. Ну. Алис, скажи, мы. Ми. Скажи, мы красивые. Nous sommes belles. Nous sommes belles. Я красивая. А по-французски скажи, je suis belle. Je suis belle. Молодец. А как сказать про свинку Пеппу, что она красивая? Elle est belle. Elle. Elle est belle. А как сказать про папу свина, что он красивый? Il est beau. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Вот. У нас есть свинка Пеппа, Алис, рыбка и Little Pony. То это будут у нас кто все вместе? Elles sont belles. Elles sont belles. Это тоже Elle, потому что много девочки это Elle. А если это только мальчики, как тогда сказать, что они красивые? Elles sont beaux. Мама, она красивая. Elles sont beaux. Если это мальчики и девочки, сказать они будет тоже «иль». Например, «иль сон бо». И последнее, что мы еще сказали? «Я», «ты». Мы не сказали, как по-французски «ты». «Чу». Ну-ка, скажи-ка, Алис, скажи, Жюстин, «ты красивая». А Алис скажет, а Жюстин скажет по-французски, Алис, «ты красивая». «Tu es belle». Скажи теперь... Спасибо. Алис. А теперь ты скажи, Жюстин, по-французски. Tu es belle. Tu es belle. Merci. Сегодня вы узнали местоимение по-французски. Hola, chami. У меня плюсы. Au revoir, les filles. Hola, les filles. Au revoir. Hola.